14 февраля уже близко, а ты до сих пор сидишь и не знаешь, что подарить своей девушке? Не переживай. В этом видео ты точно узнаешь, что ей подарить и от чего она будет просто в восторге. Если у тебя есть 1000 или хотя бы 1500 рублей, то это то, что тебе нужно. Гидрогелевый патч. Наверняка ты видел свою девушку с непонятными соплями под глазами. Это сейчас на самом деле в моде, в тренде. Весь Инстаграм просто кишит этой рекламой про эти патчи. Они типа а-ля золотые. Помогают избавляться от морщин, от мешков под глазами. Она будет в восторге от этих патчей. Это корейский бренд Peptid Fi. У девушек он пользуется нереальной просто популярностью. Да в принципе у них корейская косметика уходовая. Она пользуется у них популярностью. Они просто, мне кажется, скупают просто килограммы этой косметики. И такие ля-ля-ля, как классно, как круто. Поэтому этот вариант точно тебя спасет в неловкой ситуации. Переходим дальше, и дальше у нас тоже корейский бренд Frudie. Вот такой вот набор. В этом наборе находится гель для душа, молочко для тела и скраб. Даже заморачиваться по поводу упаковки не стоит. Завернут прекрасно, я считаю, тут лишнее будет что-то делать. И еще самое главное, что они пахнут просто, ну как персик. И будет у тебя просто свой вах, персик, вах-вах-вах. Я считаю, что это полезный подарок. И когда у тебя опять-таки нет времени и особых финансов, это оптимальный вариант. Да и бренд еще хороший, корейский, все его знают. Ну что ж, если у тебя в кошельке есть 3-4 тысячи, ну тут можно побольше разгуляться. Итак, первый вариант — это лимитированный подарочный набор от восточной компании Zeitun. Если твоя девушка не успевает ходить на спа, устрой сам домашний спа. Этот набор поможет справиться с этой задачей. Во-первых, здесь есть, мне кажется, все то, что необходимо для женских всяких там забав ванных. Во-первых, это масла, которые они очень любят. Кстати, как оно пахнет? Пахнет карамелькой. Прикольно, кстати. Масло для тела, крем, есть золотой скраб, они любят всякое такое прикольненькое, красивенькое, и, конечно же, расслабляющая соль для ванны. Ко всему тому же, эта продукция вся сделана из натуральных продуктов. И, кстати, Zeitun пользуется нереальной просто популярностью. Почему-то его прям так любят, потому что покупают очень много шампуней, очень много масел. Кстати, стоят они не так уж и дорого, на мой взгляд. Короче, возьми на заметку, этот набор реально классный. Я думаю, что если ты не пожадишься, то он точно понравится твоей девушке. Напиши свои варианты подарков, которые ты дарил девушке, и что ей понравилось, а что было, ну, не очень приятно. Ну, а мы идем дальше, и это бренд Double Dare. Oh my... Этот бренд очень популярен вообще среди бьюти-блогеров, среди, в принципе, всех девчонок, потому что у всех есть вот это... повязка на лоб, которую они вот так просто одевают. И типа я такая красивая, любите меня все. Да, надевают эту повязочку, значит, ходят по дому, типа делают там всякие маски. В любом случае, твоей девушке такая есть, но почему бы и не подарить еще одну такую? Она будет только рада, потому что ту старую, наверное, уже можно выкинуть, а ты такой: о, привет, подруга, вот тебе новый подарочек и, соответственно, новая повязочка. Помимо этой прекрасной банданы, есть еще просто куча масок. Раз маска, два маска, которые, типа, я так понимаю, от черных точек и так далее, акне. Еще какая-то очищающая маска. Здесь просто, посмотрите, три шага, три ступени к очищению, я бы так это назвала, я не знаю. И маска даже для волос есть просто. Представляете, шапочка и вот эти наполнители, которые нужно использовать. И, кстати, самое главное, кисточка. Кисточка – самая нужная вещь. Им можно ноутбук протирать. Заберешь ее себе, я не знаю, будешь что-то протирать. Вот такой вот набор, который я считаю крутым, стильным. И действительно, бренд очень классный. И твоей девушке он реально понравится. Следующий вариант подарка – набор для волос. Девчонки очень любят ухаживать за своими волосами и покупают всякие там маски, масла и так далее. Что тебе стоит взять и купить ей хороший итальянский бренд и подарить ей в этот романтический день? Итальянский набор от фирмы Alfa Parf. Во-первых, это Италия. Для меня это уже означает, что он должен быть крутым. О нем просто рассказывают очень много хороших отзывов. Очень хорошо помогает восстанавливать сухие или какие-то там поврежденные волосы. Ты часто, наверное, видел, что твоя девушка использует очень много масок, масел для волос. Подари ей этот набор. Здесь есть три продукта, которые помогают восстанавливать волосы, делают их шелковистыми, сияющими. А также еще они типа помогают держать цвет, если твоя девушка красится. Набор для волос от итальянского бренда Alfa Parf.
Кстати, конкурс. Присылай фотки подарков, которые ты собираешься подарить своей девушке, и самый оригинальный получит комплименты от магазина. Двигаемся дальше, друзья. Подарки, которые стоят своих денег, и если тебе не жалко на свою девушку потратить, ну, больше 6 тысяч, больше 10 тысяч, то эта подборка специально для тебя. Набор для тела и лица от французской фирмы Estebart. Не знаю, как правильно говорится, Estebart или Estebart. Очень дорогая фирма, потому что большие объемы вот этих пузырьков стоят столько, сколько вот этот сам набор. Просто представляешь, что за 4 флакончика ты отдашь 4 раза больше денег, чем за вот этот наборчик. Девчонки прошаренные, они знают, что это за фирма, что она крутая. Там есть всякие масла для загара, масло для увлажнения. И продаются в таких стеклянных, реально красивых бутылочках. Хотя она и стоит очень дорого, но все-таки она пользуется спросом. А в этом наборе есть 4 маленьких пузырька. Это масло помадного дерева, которое поможет девушке придать, если вы собираетесь на море, это какой-то ровный загар. Кокосовое масло питание и успокаивает кожу. Масло авокадо питает и увлажняет кожу. И тоник дает заряд бодрости, блеск и улучшает тон кожи. Если твоя девушка очень любит бижутерию, украшения, и у них просто нереальное количество, и она складывает в какие-то мини-шкатулочки. Если тебе некуда складывать свои вещи, а ты хочешь освободить у нее полочку, то подари ей вот этот прекрасный подарок. Сейчас все увидишь. Итак, что же это такое? Во-первых, посмотри, как он сделан. Вот. Даже упаковывать ее не надо, просто обвязал каким-нибудь красным бантом, и вуаля, подарок готов. Но что же здесь внутри? А внутри здесь вот такая непонятная пока что для тебя штука, но это шкатулочка. Шкатулочка для всяких побрякушек, если у твоей девушки их много. Посмотрите, просто здесь нереальное количество отделений, где просто можно натыкать всякого вот этого барахла, зеркало. Что тут еще есть? Вот такая штука есть. Она еще и складывается, это можно вообще вон куда-нибудь в сумку положила в поездку. Все украшения сюда она свои положила и не говорила тебе, что я не знаю, где мои украшения, их украли. Просто посмотри, здесь везде есть всякие отделения, она положила сюда все это, в поездку с собой вот так закрыла, взяла и все. Также есть большие отделения для какого-нибудь еще барахла, не знаю, может она там будет что-нибудь хранить такое, заначку от тебя, например, типа деньги или еще что-то. Не каждый, может быть, и подарит такой девушке, но удивить-то вы ее точно сможете. Модели есть реально разные, также есть и размеры просто этих шкатулок разные. Ну, выглядит она реально смачно, ну, сочно. Мне нравится. А уж если очень сильно ты любишь свою девушку, то подари вот эту большую коробочку. Как ты думаешь, что это? Закрой! Быстро закрой! Я когда увидел, офигел. Вот в такой коробке продается профессиональный фен для волос от великобританского бренда Cold Nine. Вообще, он считается классным феном. У него новые инновационные какие-то разработки. То, что фен защищает волосы, не делает их сухими, не перенагревает их. И волосы становятся живыми, сияющими, и, в общем, он офигительно справляется со своей функцией. У многих девушек уже фены подходят к своему логическому завершению, ломаются, уже старые, от них пахнет волосами, которые забились где-то там. На смену им надо купить новый. И если вы подарите фен, то я думаю, что она будет как минимум рада, потому что это что-то новенькое, крутое, классное. Легенький фен. Во-первых, профессиональный, выглядит стильно, в руке. 3 температурных режима. Режим быстрого охлаждения, светодиодная панель, 2 насадки, и просто жизнь удалась, и девушка радуется и говорит, блин, какой у меня парень молодец. Ну что ж, вот мы и рассмотрели топ-8 крутых подарков. Выбирай один из них, и твоя девушка скажет тебе огромное спасибо, а вечер заиграет совершенно другими красками.